Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Оптовая торговля рассчитывает на быстрое восстановление после карантина. Такой вывод можно сделать на основе данных Кировстата. По его информации, сфера не очень сильно пострадала из ограничительных мер. Во втором квартале оборот оптовой торговли снизился на 2,8%. Индекс предпринимательской уверенности переместился в отрицательную зону минус 3,5% на 8% ниже предыдущего квартала. Преимущественно из-за малых предприятий, которые пострадали сильнее крупных. Треть руководителей заявляет об ухудшении экономического положения во втором квартале. 63% зафиксировали уменьшение прибыли. В третьем квартале улучшение ожидает 26% респондентов, ухудшение 18%. Программа «Экономика». Власти готовятся распродавать имущество МУП ЦКС. Рыночная стоимость зданий и движимого имущества обанкротившейся муниципальной управляющей компании оценивается примерно в 37 миллионов. В частности, продавать будут двухэтажное здание на Московской 102А, цена более 9,5 миллионов рублей. Помещение на Монтажников 34 и Конева 13, а также выставляют на продажу два подвальных помещения на Суликова 10А и Горького 26А. 23 единицы техники МУП ЦКС, грейдеры, тракторы, автомобили оценили более чем 6 миллионов. Экономика на 101 FM. В ВТПП откроется выставка об эвакуации оборонки в Киров. Ее готовит в честь 75-летия Победы Центральный государственный архив Кировской области. В деловом центре ВТПП на Профсоюзной 4 начался монтаж экспозиции. Будут представлены официальные личные документы военного периода, посвященные теме эвакуации оборонной промышленности. Это постановление органов власти, наградные документы, воспоминания, фотографии и карты. На выставке можно будет узнать о военном периоде, истории заводов «Эвитек», «Лепси», «Маяк», «Кировский», «Машзавод 1 мая» и других. Работать выставка будет в течение месяца. С 3 сентября возрастное ограничение 0+. В завершение о валютах. Доллар сегодня 75,24, евро 89 рублей ровно. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.